Меня зовут Виктор Нечитайло, я представитель Академии кикбоксинга из Тирасполя, чемпион Европы и России. Меня зовут Максим Казаку, я двукратный чемпион мира. Мой раздел кикбоксинга К1. К1. Я боксирую в 60 килограмм. 57 килограмм. 6 лет занимаюсь кикбоксингом. 5 лет. Чемпионат Европы 2019. Чемпионат Европы по юниорам. Паста. Все, кроме фастфуда. Читаю книги, жонглирую. Только спорт. Вся страна. Родные и близкие. Победа над самим собой. Чемпионат мира по-взрослым. У себя дома, на полочке. Дома, но уже переставляю в зал. Ничего. Остаться один. Лучший вид спорта. Дух, смелость, характер. Стать чемпионом мира по кикбоксингу. Будь успешным уже с своими молодые годы.